считал, что профессионализм очень важен, лидерство и управление – это все очень важные вещи. И те, кто задается вопросом, можно научить лидерству, мне кажется, да, это возможно. Мой ответ – да. И есть много тех, множество людей, которые начали этим заниматься уже в школе, в своем времени, в достаточном возрасте, стали хорошими лидерами. И мы должны научить людей руководить крупными организациями без соответствующего образования. Это достаточно сложное образование, бизнес-школы или другого. И также есть те, кто управляет крупными компаниями, и при этом очень серьезно влияет на те сообщества, в которых они находятся. Но при этом такие люди, как врачи, архитекторы и другие, конечно, они не могли бы иметь такой квалификации, если бы они не учились этому. Также важно понимать, в принципе, эти аспекты в нашем быстро меняющемся мире. Как все мы знаем, технологии развиваются очень быстро. И еще один важный момент – глобализация в связи с этим технологическим развитием и большей возможностью передвигаться по миру. Это все важные аспекты. И сейчас компании должны конкурировать по всему миру. Это на самом деле попытка такой вести войну или завоевать долю рынка, неважно, это страна или компания, в конечном итоге конкуренция всегда идет между той рабочей силой, которая имеется. И именно поэтому лидерство становится все более важным. Необходимо иметь лидеров для того, чтобы преодолеть инерцию организации, компании. Организации, которые работают без лидера, это те компании, которые не смогут сделать что-то значительное и изменить что-то серьезное. И в итоге они исчезают, потому что в конкуренции они победить не могут. Также сейчас люди не любят, чтобы ими управляли. Они хотят, чтобы их вели вперед. Они хотят лидера, а не менеджера, управленца. Именно поэтому лидерство также очень важно. Мы не хотим таких полностью экстравертных лидеров, да, которые могут паниковать. Конечно, паника – это лучший способ управления организацией, но правильное лидерство дает правильное направление движения. И лидеры, которые слышат позицию других людей, они очень важны. Также лидер может увидеть и дерево, и лес, как говорится, да? И знаете такое выражение, да, за деревьями леса не видать. То есть важно видеть и дерево, и лес. Поэтому важно, чтобы лидеры могли и углубиться в детали, и посмотреть на все в деталях, но также посмотреть на всю картинку в целом. И в конечном итоге лидерство очень важно для организации, и это пульс компании, как пульс человеческого тела. Лидер задает этот тон, этот пульс для компании, организации. И как сказал Дарвин, выпускник Кембриджа, он сказал, что выживает сильнейший. И это так и есть для животных и для компаний. И понятно, что очень важная часть компании – это голова, это лидер. И сегодня мы с вами обсудим вопросы, связанные с лидерством в контексте академическом и в контексте бизнес-школ. И то, как мы все должны работать вместе для того, чтобы наши компании стали лучше, чем раньше.